Госавтоинспекция Донецка разыскивает водителя серого «Ланоса». Его считают виновником ДТП, которое произошло в районе мотеля. По данным ГАИ, при выезде на кольцевую развязку Део врезался в черри. От удара последнее авто опрокинулось. 33-летняя пассажирка перевернувшейся машины получила черепно-мозговую травму и переломы. Део «Ланос» серого цвета скрылся с места происшествия. И огромная просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией, сообщить по телефону 102. Может быть, сейчас у многих водителей оборудованы автомобили регистраторами. Если у кого-то попался в поле зрения данный автомобиль, предоставить эту запись в Госавтоинспекцию города Донецка.